Велосипедист стал жертвой невнимательности и летних шин. 10 февраля в половину пятого вечера в Шуйском районе произошло ДТП. Водитель, управляя «Волгой», совершил наезд на движущегося впереди в попутном направлении велосипедиста. Мужчина 61 года ехал на трехколесном самодельном велосипеде. С тяжелыми травмами его доставили в Шуйскую ЦРБ, где он вскоре скончался. Похоже, авария произошла в июле прошлого года. Насмерть был сбит известный американский путешественник. Тогда виновником стал пьяный водитель «Газели». Водитель «Волги» шуйского ДТП был трезв. Из объяснений мужчины стало известно, что он вместе с двумя пассажирами следовал в Москву. По словам водителя, он не заметил велосипедиста на дороге, так как был ослеплен солнцем. Осмотрев автомобиль гражданина, сотрудники ГИБДД установили, что на передней оси легкового автомобиля в нарушении правил дорожного движения была установлена летняя резина.